Ну что, упустили очередное ферри? Ну, бывает. Утром... Но мы не разочаровываемся. Утром провтыкали одно. Сейчас тоже упустили. Прямо из-под носа ушло, да? Утром это не считается. Там был резерв. Тут нет резерва, тут принимается. Ладно, тут живая очередь. И мы все вместе. Нам все равно, когда мы увидим. Наконец-то. Еще чуть-чуть. Есть! Мы попали. Наконец-то мы попали на первое ферри. В смысле первое ферри? Пойду на первое ферри сейчас. Это ерунду несу какую-то. Дети, вы рады? Да. Это второе ферри. У нас еще впереди еще одно ферри. И мы победим. Мороженое? Да. Это у нас четвертое ферри. Первый мы пропустили, на второе сели. Сюда приехали, пропустили, и на четвертое сели. И еще впереди одно ферри. Будем надеяться, что попадем. Вот так вот мы и добираемся в эти красивейшие места. Отплываем. Наконец-то мы на последнем ферри. Ура! До нашего островочка. Еще чуть-чуть. Мы это сделали. Все, наш остров последний. Поехали? Да, уже выезжаем сейчас.
спустя 4 часа или больше. Но главное, мы достигаем сейчас цели. Это красота. Оно того стоит. Нас ждет впереди Hornby Island. Ура! Дети, вы счастливы? Да. Очень? Да. Поехали. Только вперед. Ни шагу назад.
взял борзю на своем кусавчике. Теперь это новый вид транспорта. Пошел. Привет всем! Мы отдыхаем на местных типа Гавайях. Да. Островочек Хорнби Айленд называется. Обалденный пляж, чистейший белый песочек, прозрачнейшая вода. Мелко, классно для детей, для взрослых. Покаякать, поподлбордить, все что угодно, на любой вкус. Яхты. Да? И очень романтическая. Добавлю я. Очень-очень. Очень красиво. Классное место для обнимашек и целовашек. С удовольствием. Привет, Хорнби! Канадские Гавайи! Едем назад домой уставшие, но счастливые, да? Мы надеемся, что мы сядем на этот ферри, на этот пароход, но мы счастливы, счастливы, да, в Мартинборе, да? Да. Все, пока-пока. Пока.